Всем привет! Вы на канале Семейка Т. Прошлое видео у меня там рассказывало о том, что подтаяло все на пруду. Но не тут-то было. Февраль у нас выдался таким морозным и снежным. Морозы доходили до минус 21 градуса. Для нас, в принципе, эти морозы уже достаточно серьезные. Хотя максимально у нас морозы до 29 градусов. Но и 21 градус вот с такой высокой влажностью, как у нас, очень неприятно, вам скажу. Так, у нас морозы комфортные, минус 15, минус 17, вот. Помимо морозов выпало очень много снега, вот. Я даже не смог расчистить, вот приехал в деревню, не смог расчистить все, что я хотел, что-то как-то здоровья не хватило. Да потому что еще приболел, не знаю, что это такое, либо вирус какой-то опять. Ну, у нас тут все немного приболели. Но вот надо дом топить, да, проверить пруд, потому что отключали электричество. И аэрация на время отключения электричества не работала. Электричество отключали, потому что очень много снега. Вот, ну... Снега очень много. Вот, что по пруду. Ну вот я вижу, что там все занесено. Можно скажу, блин, занесено. Неужели там перемерзли шланги? Сейчас попробую брякнуть. Дубинок нет. Я думаю... Одной рукой неудобно, так что извините. Нет, там что-то... Там что-то... Ой, булькает. Попробуем. Так, сейчас камеру отложу. Так, вернулись. Ну, плохо видно. Сейчас попробую. Вот так. Надеюсь, вам видно, что аэрация работает, пузырьки идут. Значит, с рыбой все в порядке. Видно, когда отключали аэрацию, при вот этих сильных морозах полынья застыла. И потом вот не отошла. Извините за мою одышку, реально. Что-то сильный кашель был, приболела температура. Вот. Вот. Особо по пруду так рассказывать больше нечего. За время вот этой зимы всякие мысли посещают, ну, по поводу второго пруда. Что там делать? Даже думал на время летнего сезона, когда выкупаю второй пруд, запускать туда американского клариевого сомика. Ну и посмотреть, как он растет. Но пока я в нашем регионе не встречал его в продаже. Где-то опять же может далеко. А если далеко покупать, то это будет нерентабельно, невыгодно. Так что посмотрим. Возможно, там будет только карп. Ну, это все догадки, ребят, когда еще выкопается. Вот. Поэтому пока так. Ждем весны, но нам передали, что в феврале будут такие хорошие морозы, серьезные. Ну как хорошие, будут морозы стоять и так быстро не наступит весна. Как обычно уже там отходит в конце февраля и в марте быть уже тепленько. Вот, хочу жене теплицу сейчас еще заснять. Она все волновалась у меня, что очень сильные снегопады большие. И что будет с нашей 8-метровой теплицей. Вот. Так, ну что, теплица такая в таком состоянии. Кстати, вон стоит сделанная. Это штука снег сгребать, но я так и ей не воспользовал. Так всю зиму и стоит. С теплицы вот снег сходит.
хорошо сам. Но эту теплицу я выбирал, усиленная она, как считалось, здесь она 8-метровая, дуги через каждые 65 сантиметров у нее. А так и не поймешь, что теплица сугроб какой-то. Так что, жена, не беспокойся. Вот так. Ну что, ребят, на этом все. Всем пока. Удачи. Хорошего настроения.